Вот уже 22 года бассейн «Дельфин» помогает детям и взрослым улучшать здоровье и расти чемпионов по плаванию. А 15 лет назад «Дельфин» получил статус учреждения дополнительного образования. За время своего существования центру удалось достигнуть больших высот. Во многом благодаря бессменному руководителю Гульнаре Романадзе. Прошедший год для учреждения по традиции был богат на события. Только закончилось первенство Московской области. Мы взяли 3 первых места, 4 вторых места и 3 место. Это 3-кратные олимпийские чемпионы. А сейчас, на сегодняшний день, мы готовимся к отборочному чемпионату на чемпионат мира среди взрослых, который будет проходить в августе месяце. Директор уверена, залог успеха в дружном, сплоченном коллективе. Сюда приходят сразу после университета и остаются надолго. «Дельфин» для его работников – это второй дом. Коллектив очень хороший, очень сплоченный. Есть друзья, с которыми мы, ну, на самом деле дружим, так на самом деле по-настоящему. Вот. Ну и очень нравится заниматься с детьми, работать с детьми. Почему? Потому что а детей такая некая энергетика своя. И действительно, основной упор в работе центра делается на детей. В «Дельфине» даже действует инновационная программа интеграции в общество детей и молодежи с ограниченными возможностями. Но не только детям нравится ходить в этот оздоровительный центр. Среди пожилых людей есть те, кто посещает «Дельфин» уже 10 лет. За то время, что мы здесь плавали, ну я плавала, я говорю, мы, уже компания такая собралась. И что мне очень понравилось, здесь контингент будущие мамочки плавали. Потом эти мамочки родили детишек, и с этими детишками они пришли опять плавать. Свой день рождения коллектив бассейна всегда отмечает, показывая своим друзьям, а друзья для них все постоянные посетители «Дельфина», представления в собственной постановке. В этом году работники центра обработали сказку про Федота, стрельца, удалого молодца, внеся в классический сценарий элементы компьютерной игры. Змей Горыныч на экране летает, будет вертолет летать. Время идет, да, и тоже сказки развиваются, становятся более современными. На счету бассейна уже более 15 постановок. Коллектив «Дельфина» – это не только высокопрофессиональные преподаватели, а еще и творческие натуры. Мы на тренировках гораздо серьезные, то есть дети нас смотрят как на тренеров. Вот. Но при этом мы делаем для всех, для родителей, для своих учеников сказки и показываем себя с другой стороны. Можно уверенно сказать, эта сказка удалась коллективу бассейна. И свой день рождения они отметили, как всегда, весело и задором. Юлия Погосян, Евгений Петров, Лена Кошелева, «Видное ТВ».